Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийцы Королей. В прошлой серии мы ходили за испражнениями Кейрона. Да, я думаю, это здоровско, вот так вот начинать серию. Но, тем не менее, мы выяснили, что он болен, и он проживет еще десяток лет. Это, по-моему, здорово, но его процесс, так сказать, жизнедеятельности надо прискорить. Вот. Что же еще? Мы узнали про то, что он действительно ядовит и опасен. И нам нужно растение под названием Тинекост. Но для того, чтобы его найти, мне как минимум нужно поболтать с Седриком. Так, можно пойти сюда, можно пойти туда. Это что вообще такое? Какое-то кладбище. Если я, конечно, не ошибаюсь, то тут кладбище. Конечно же, я не ошибаюсь, но что тут искать? Я не думаю, что стоит туда идти. Не стоит беспокоить мертвых. Так, Седрик, ты мне просто обязан рассказать, где мне искать Тинекост. И может, ты еще что-то скажешь по поводу Кейрона? Угу. Конечно. Прикрутить прыжковую систему было сложно. Так. Седрик. Ты смотри. Окей, посмотрю. Обязательно. Будет время, обязательно посмотрю. Пиндюга. Так. Что за морель? Что случилось с эльфкой, о которой вы говорили? Она пропала? Сигерим думает, что ее забрал лес. А ты? Морель просто исчезла почти год назад. Некоторые говорят, что она была слишком красива, чтобы люди ее не тронули. Понятно. И ты веришь в это? Если нет никаких явных свидетельств, я стараюсь доверять предчувствию. А оно говорит, что лес не забирал Морель. Почему ты не скажешь об этом Сигериму? Это не имеет значения. Убили ее, или она ушла сама, чтобы никогда не возвращаться. Ни я, ни Сигерим не сможем этого изменить. Понятно. Ну, то есть, такой... В принципе, стоит забыть о том, чего уже нельзя изменить. Понятно. Ладно, расскажи мне про Тинекост. Седрик, мне нужен Тинекост. Это очень редкая разновидность мха, который растет только под землей. На юге, в глубине леса, пещеры. Если где в округе и есть этот мох, то только там. Спасибо, Седрик. Так, ты мне действительно помог. Пожалуйста, вниз, Геральт. Не обращайте внимания, анимация ломается иногда. Камера тоже. Она не приспособлена на самом деле в Ведьмаке. Но он выглядит уже куда лучше. Куда лучше с первой части. Да, они переработали все вообще, что могли. Но это же здорово. Так, ладно. Держать? Сохранились. Достали-ка меч и вперед. Только я не помню, блин, как блокировать. Это же, по-моему, стойка под парирование. Ну, по-моему, так же самое оно и парировать будет. Ладно, на этот раз мы пойдем сюда. Ага. Что-то какая-то подгрузка. А это что? Зараза! Ой-ой-ой! Спасибо, ваша милость.
так и умом тронуться недолго. Проклятый лес кишмя кишит всякой чертовщиной. Да вдобавок этот сучий сын совсем спятил. Кто? Тролль. Много лет берет подать за проход через мост, а взамен должен следить, чтобы тот не развалился, и чертей отгонять. Так в чем дело? Купцы из порта меня послали, чтобы я разузнал, что там и как. Убраться из города можно только одной дорогой. Так вот, и гляжу я, мост развалился, а это бессовестное елдыще тянет ко мне лапы и требует водяры за проход. Это мне по руинам идти, я спрашиваю. А он как в морду мне даст, так я все звезды пересчитал. Понятно. А мост нам нужен, только починенный. И тролль нужен, только трезвый. Ежели хочешь заработать, ты тролля не убивай, а сходи лучше к нашему Войту. Он тебе разъяснит, что к чему. Я понял. Хорошо, давайте-ка заберем остатки некеров. Что тут пооставалось, блин? Тролль-алкоголик. Точно, вот этот мост, короче. Ну, блин, здорово. Надо спускаться, поболтать там с троллем. Тут можно это сделать? Да, можно. Я его убивать, конечно, постараюсь, точнее, я его не убивать, но, типа, как получится. Потому что этот квест здоровский, действительно. Нет. Чего? Нет, ходить. Дай водка, будет ходить. Водку дать? Я нет похож водки. На трактирщика? Нет, водка, нет, ходить. Воу! Ты дебил, что ли? Ты, блядь, дурак! Ёб твою! Дуродец! Ты что, дебил нахер? Ты, сука, чё делаешь? Хватит! Охуел! Не надо драка, быть слушаться. Ты пьян. Водка хорошо. Голова больна. Разум не больно. Разум без причины не болит. Бабу мою убивали. Хорошая была. Мясо готовила. Кто ее убил? Не знаю. Сидел на мосту. Пошел к логову. Мясом не пахнет. Баба лежит без голова. Надо пить. В корчму не идти. Люди убьют. Надо пить. Ясно. Я найду убийцу, а ты прекрати пить. Если я найду, кто убил твою бабу, перестанешь пить? Не найдешь. У меня здесь друзья. Поговорю с ними, там посмотрим. А, бля, ёб твою. Договариваться с троллем. Как я, бля, это люблю. Пара-па-па-па. Ладно. Чего? Поищем. Я, по-моему, знаю, где эта хрень, в принципе. Где эти охотнички живут. Но для начала все-таки мне нужен тинекост. Без тинекоста мне будет крайне-крайне сложно выстоять. Если я, конечно, не ошибаюсь. Вот, то драка с этим Кейроном будет довольно неприятной. Так, мне не сюда, мне на следующую. Да, вот это местечко, бля. Так. Интересно, сколько их еще? А где звук вообще? А ну-ка, сейчас, секундочку. А, все, починил.
Так. Нихера себе. Блять! Так я ж... Ладно. Капканы. Мать вашу. Ай! Твою мать! Отвалите нахер от меня! Твари! Угу, то есть стражник сюда пришел просто с оренами. Ну здорово вообще. Молодец, красавчик. Наверняка орены ему сильно помогли. Это вообще что такое? А-а-а, место силы. Здорово. Это здесь мне стоит искать эти плесень. Точнее, не плесень, а мох. Судя по всему, да. Интересно, а что тут за враги? А, сейчас и узнаем. Получай. Но. В одиночку вы вообще не очень. Не подходи ко мне, мать твою! Ну, вроде напинал. Так. О, нет, показалось. Все заблокировано. Здоровье. На два. Нет, на один из двух. Это что? Это парирование. Отбивание стрел. Восстановление энергии в бою. Метание ножей. Давайте здоровье, пожалуй. Все, в принципе. О, путь мечника. Наконец-то, ёпт. Открылся путь мечника. Дальность перекатов и кувырков. Урон от удара в спину. Урон при ударе в спину. Очень и очень неплохо. Путь алхимика. Урон бомбами. Шанс получить мутаген. Сбор алхимических ингредиентов. Длительность действия эликсиров. Вот это надо прокачать. Так, а магия... Не, магия в жопу. Вообще нафиг не нужна. Путь мечника и немножко алхимии. Я думаю, такие будут у меня направления. В принципе. Так. Но крафтом надо заняться основательно. Между серией посмотрю, там почитаю. Чё как, чё куда. Потому что я, честно говоря, хз. Чё и как тут делается, пока что, подчеркиваю. Но обязательно буду все это знать. Так. Вот еще. Ага, сейчас нельзя сохраняться. Почему? Теперь можно. Вылазь, пожалуйста. Спасибо. Угу, тупик. Ну здорово, чё. А вот и он. Тинни Кост.
Хорошо. Каким путем я пришел? Ага, то есть это тут ответвление, оно абсолютно никуда не ведет. Ну, здорово, чё. Давайте-ка облазим тогда эту пещерку, потому что... Что? Что? Ладно, окей, будем считать, что там что-то... Что-то было. Где я не был? Да везде я по итогам был. Просто, наверное, вот сейчас направо не ходил. Сейчас посмотрим. Так. Чё тут? А ничего тут. Даже вшивых 20 аренов не оставили за то, что я туда заглянул. Ну ладно, ладно. Какие? Оп. Чё это? Ага. Зубы. Короче, ингредиенты. А дальше куда? О, смотрю, там труп лежит. Нет, я там был. Интересно, вот сколько их еще? Да-да-да-да-да-да-да. Откуда вы взялись? Я ж вас убивал. Я знаю, что там валяются трупы, остатки этих некеров. Ну, типа, мне пофиг. Не ловит он тяжелый удар. Прям не хочет. Ну ладно. С этой пещерой мы, судя по всему, уже разобрались. Тенекост взяли. Все, взяли. Можно и выходить обратно. Так, надо посмотреть, где это место находится. Блин, тут карта все еще в тумане, бля. Ну ладно, еще хер с ним. Надо запомнить вот это место. Потому что оно квестовое. Так. Давай-ка еще забафаемся. А, нет, не. Бля! Опять капкан. Ё-моё. Так, а это место, насколько я помню, связано тоже с каким-то квестом, но тут обитают скотэль. Если я, конечно, не ошибаюсь. Давайте-ка посмотрим. Все равно это довольно интересно. Тут даже своя уникальная отметка на карте есть. Почему бы и нет? Что-то растет. Пена. Так, все, что ли? Тут ничего нет? Это довольно печально. Ну, ладно, что, давайте закрафтим себе зелье. Химия. Грач, кошка, ласточка, мангуст. Давайте два закрафтим. Сопротивление отравлению 20 000%. Угу, здорово. Так, ладно. Алхимия, персонаж. Что здесь? Ага. Тут просто прокачка, тут просто ожидание, тут просто эликсиры. Бля, а где ж крафт? Чё, крафта нету, что ли? Ёпт. Чайку можно выпить. Но это я уже перед боем, пожалуй, с Кейроном там нахаваюсь. А вот где, блин, именно крафт? Я хз. Вот рили, я хз. Надо бы еще тут поболтаться, в принципе, да? Вот сюда заглянуть. Так что давайте я промотаю дорогу до города. Хотя, в принципе, давайте пробежимся, потому что мир все-таки действительно очень красив. И мне довольно-таки все нравится, поэтому... Что это такое? Пожалуйста, арт. Ясно, понятно. Пока что туда не пройти, ну да ладно. У меня есть два квеста сделанного.
Но пока я не пойду сражаться с Кейроном, потому что, типа, пока что не хочу. Вот. Еще пошатаюсь, поболтаюсь с местными, сделаю пару квестов. А потом уже только буду с ним сражаться, потому что это довольно-таки серьезный противник, но я не знаю, как будет с ним сражаться на легком уровне сложности. Потому что все-таки легкий это легкий, а средний это уже сложный. Для летсплея не подходит сложные уровни, потому что, в принципе, зоопарк именно в плане сложности, в плане того, что... Пожалуйста, меч. Смени. Он что, закопался, что ли, блядь? Ладно. Валим отсюда. Этих облутать нельзя. Ну нет, их, судя по всему, убили. Ты меня укусила, мразь? Воу. Воу. Нихера себе. Крокозябра выскочила. Дайте-ка мне, пожалуйста, я заберу с этой крокозябры все, что тут можно забрать. Раз уже пошла такая пьянка, то почему бы и нет. Вот 30 оронов, большое спасибо. Еще грибочки, вот, еще вояка. Тоже 30 оронов, грубо говоря. Нормально. Но крокозябры такие здоровые. А это что? Бля, это какое-то растение, слышишь? К нему лучше не подходить, я думаю. Так. А вот и, в принципе, стена. Только я, походу, не туда вышел. Ну ладно, пускай будет взведенная. Тут же никак нельзя зайти, по-моему, с этой стороны. Да, тут никак нельзя зайти, только туда, на холмы. Мне туда не нужно. Поэтому давайте убираться отсюда. Ой, блин, карта тут довольно-таки муторная. Ну да ладно. Я думаю, в этом ничего прям такого уж страшного нету. Большой мир, это действительно очень хорошо, потому что в первом Ведьмаке, ну, был довольно-таки большой мир, но не было ощущения именно этого. А в третьем Ведьмаке вообще обещают, что это будет пипец вроде Скайрима. Зачем ему два меча? Один запасной? Наверное, он их часто теряет. Ну, если учесть бой с драконом, то да. Так, что? Тут никого нет, что ли? Есть чё? Понятно. Простого работяги, я думаю, не стоит воровать. Подумаешь, я там досочку с коммуниздил. Бывает. Где тут дом охотников? Я точно знаю, что он тут есть. Да можете даже не скрывать от меня, потому что я помню, что он тут был. А вот просто какой из них это дом охотников? Вот это я хер его знаю. Может, этот? Есть работа для ведьмака? Да на троих ведьмаков хватит. А ну... Токма денег у нас, почитай, нету. Небогатые мы. Что-нибудь придумаем. Ты вот что. Ты во Флотзам сходи. У постоялого двора прибиты письма разные. Вот там все и найдешь. Токма тролля нашего не тронь. Чего бы городские про него не говорили. Ясно. Ты не хочешь убивать тролля? Похоже, ты не горишь желанием избавляться от тролля. А как без него мост-то чинить? Найми людей. Найми людей. А знаешь, сколько стоит ремесленник? А этот глупый тролль за мелкие подачки худо-бедно, а за мостом приглядывает. Мост развалился, а тролль нападает на людей. Да.
Ну да. Ну, конечно. Но штука вся в том, что тролль у нас запил. Вот если бы ты сделал так, чтобы он перестал пить... Я ведьмак, а не сиделка. Я хорошо заплачу. Сколько? 100 ренов. Ну, видишь, я говорил. Дорого ты стоишь. Ну да что там. Пущай все знают, что благо общества для меня главнее всего. Ну да, да, да. Слышишь ты, блядь. Ладно, хорошо, хер с тобой. Давай зайдем сюда. Где тут дом охотников? Это не оно. Это дом простого ремесленника. Опять же. Тут даже воровать не хочу. Зачем ему два меча? Теряю часто, да. Он их что, теряет? Что здесь? Зайди, пожалуйста, и зайди в дверь, как человек. Вот. На. Тут живет кузнец. А Япона ж ты мать! Зачем ему два меча? Один запасной? Он их что, теряет? Где? О! Отменная работа. Товар высшего качества. Лучшие шкуры. И выделка отменная. Вот зайчья шкурка, вот телячьи кожи. А тут бобер. Ты охотник? В королевских угодьях охотиться нельзя. Любой дурак знает. Потом тут и в лес-то боязно ходить. Слишком много чудовищ в округе. Значит, здесь им есть чем поживиться. А я так думаю, война скоро будет. Не обязательно. Скайтаэли грабят купцов и нападают на солдат. Вот некрофаги и плодятся. А нам, стало быть, нужно затянуть пояса и радоваться тому, что имеем, как учит добрая книга? Ты это... О! Как раз прошел про крафт. Превосходные кожные штаны. Создай мне, пожалуйста, это чудо. Благодарствую, добрый человек. Серебряный меч. У меня, по-моему, такой же. 10-17, плюс у меня там еще есть свои приколы. Так давайте-ка оденем новые штанишки. Превосходные штаны. Раз. Сколько? 12-19. Ха. Это ж... Ты, товарищ, не спеши. Насчет головы троллихи. Откуда у тебя эта голова? Купил. Кого? Целое состояние отдал. Но оно того стоило. В Биндюге ни у кого троллячьей башки нет. А кто тебе ее продал? Димитр. Другим к троллю в логово залезть храбрости не хватит. И как найти этого Димитра? Понятия не имею. Но по вечерам его дружки ошиваются в корчме. Спасибо. А нет, подожди. Продай. Я хотел бы купить у тебя эту голову. Да не в жизнь! Башка моя! И хрен тебе по всей морде! Я хорошо заплачу. Или, может, хочешь ее на что-нибудь сменять? А давай ее в кости разыграем. Кости? Если, конечно, продуть не боишься. Спасибо, ты мне помог. В кости. Давай сохранимся и попробуем тебя обыграть в кости, потому что ж ты... Я бы хотел... Я не играю. Ага, то есть ты со мной не играешь. Ах, ты маленькая мразь. Ну ладно. Хрен с ней, с башкой. Мне нужен Димитр. Так. Привет. Где тут городские ворота? Вечерам бывает в корчме. Это здорово. Лес недалеко от Флотзема. Называется локация. Так. Сохранились и вперед. Я часто сохраняюсь из-за того, что игрушка хоть и крутая, но иногда бывает очень и очень нестабильна. По Флотземе целый полк солдат. Ведьмак нам не нужен. Слышишь, да всем насрать, кто тебе нужен, кто тебе не нужен.
Так. Медитация, пожалуйста. И к полуночи. Блин, к полуночи, я сказал. Так. Не-не-не. Ты мне ничем не поможешь, судя по всему. Ты неразговорчивый. С виду ты сильный. Давай. Ну я не знаю, давай на десятку, чё. Ну это ж борьба на руках. Тихо, спокойно. Больно это было несложно. Меня силен. Держи свои деньги. Попробуй потягаться с Яношем Жилой. Янош Жила. Со мной не так-то легко справиться. Уши? Ну, окей. За десяточку. Жилистый. Бля. Не, пацан, с ведьмаком тебе не тягаться. А ты сильный. Вот твои деньги. Попробуй побороться с толстым Микелем. Толстым Микелем? Окей. Есть у вас тут такое? Ты толстый Микель. Ёпт. А 8000 королевских аренов. Здоровый ты, леший. Ну так и я не из мелких. Попробуем? Попробуем. За 15 оренов. Попробуем. Ай-яй-яй. Тихо. Яйца в ее патиста. Тебе силы не занимать. Держи свои деньги. Есть тут еще один. До сих пор, почитай, никто у него не выигрывал. Кто? Бартоломей Баржа. Поищи его в деревне. Бартоломей Баржа. Глядите! Чудеса! Ты кто такой? Ты кувалда? Ты сказал что? Трис Мерригольд. А, все в порядке, Трис? Как тебе, солдаты Роше? Отлично. Кажется, я узнала уже все фекальные шутки на свете. А недавно меня научили, как прорыгать официальный титул императора Нильфгарда, даже не набираясь пива. Кстати, у коротышки 16 детей. Всех их назвали в честь пехотных дивизий Тимерии. А его собственное прозвище не имеет отношения к его росту. Мне очень приятно, что ты спросил. Похоже, настроение у тебя улучшилось. Они мне и правда нравятся. Это славные люди. Один даже признавался мне в любви. Да. И кто этот смельчак? Секрет. Я думал, ребята Роши меня хоть немного уважают. Ладно, чё. Прощай. Память. О, подожди. Это ж тут можно вернуть свою память. Я вспомнил погром в Ривии. Разъяренная толпа убивала нелюдей. И паренек с вилами. Больше ничего? Смерть. Или очень близкое к ней состояние. Я чувствовал, что жизнь уходит из меня. Я была там. Через несколько минут, когда было уже слишком поздно. Не бери в голову. Это только воспоминания. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Что-то мне подсказывает, что, вернув память, я найду ответы на многие вопросы. В том числе и на вопрос, что здесь происходит. Угу. Ладно. Так. Рад встрече. Это не ты. Мне нужен, наверное, Рошель, Лютик. По тропинке полизаной. Подожди, пока он откроется. Ты работаешь на Димитрова?
А ты кто такой? А то знаешь, деловой. Я уже запутался, кто тебя прислал. Это баба, ребята на фиштахе или сам Лоредо. Говори живо. Я слышал, вы добыли на охоте тролля. Не твое собачье дело. Скажи, где Димитр? Не то я из твоего рыла паштет сделаю. Попробуй. Ну попробую, чё, блядь? Ты сомневаешься, что ли? Ебать, я лучший кулачный боец в этом ссаном городочке. Не пропусти слева. Ну вот и всё, блядь. Что бы такое? Я все скажу. Болтай. Внимательно тебя слушаю. Димитр сейчас на кладбище возле Бендюги. Понял. Спасибо, добрый, мать его, человек. Ля. Он уж Дода. Ларс. Сухлый. Интересно, бля, где этого кулачного бойца искать? Найти Бартоломео Барк. Да это мы успеем. Хотя, в принципе, иду в ту сторону. Блин, не туда немножко я вышел. Ну да ладно. Так-с. Кладбище возле Бендюги. А то я думаю, что я так хорошо запомнил это место. Потому что оно квестовое. Так, а где это само кладбище? Угу. То есть следующий поворот налево. Хорошо. Смотри, что делаешь! Не сжужжи, мать твою. Так, это туда. Хотя нет, тут мне больше против людей пригодится. Так а чё, я ж правильно пришел. Это и есть кладбище. Ага. Не, Лоредо догадается, что это обычный эльф, а не белка. Хрен он там догадается. Уши острые? Острые. Нарядим труп в зеленые тряпки, а Лоредо нам отвалит сотку. Он всегда столько за голову дает. Говорят, Малена берет еще больше. Выходит, стражников мочить еще круче, чем эльфов. Не хочу я больше слышать про эту суку, ясно? Продала нас шмара. Ничего, скоро я с ней посчитаюсь. Не шибко ты ее ублажал. Нельзя девушку упрекать за амбиции. А этот жмурик кто такой? Положим его с нашей покойной белочкой. Какой-то шпик из Вызимы. Лоредо велел от него избавиться. А раз на нашей жмурне появились свободные места, надо пользоваться, покуда есть возможности. Не похож он на шпиона. Шпионы, когда мертвые, никогда сами на себя не похожи. Ага, надо будет его еще обыскать, прежде чем в землю уйдет. Тупые наемники. Ты Димитр. А твое, сука, какое дело? Тебе ты пасть не открывай. Убить его! Без свидетелей! Ой, смотри какой. И чё ты там размахался, мать твою? Ой, ты ножами кидаешься? Ну ты сука вообще! Крепкий сукин
Иди сюда. Не хочу, чтобы ты там в текстурах застрял или еще что-то. Давай. Давай. Ты ж понимаешь, я так долго могу? Ну нападай, ну. Ну чё ты? Ну иди сюда, зайчик. Ну чё ты боишься? Ёб твою мать! Ничтожество, блядь. Крепкий длинный меч. Рамота. Ключ от убежища бандитов. Кусок дерева. Рапорт для Таллера. А он... Так, для Таллера? Если для Таллера, то, блин... Он действительно был шпионом. Или как минимум тайным агентом. Потому что, если вы помните, то Таллер... Это начальник службы безопасности Тимерии. Довольно опасный сукин сын. Ну как? Мы его знали просто как скупщика краденого, но он оказался довольно влиятельной шишкой. Ладно. Нам нужно найти еще одного товарища. С которым надо побороться на руках. А что это у нас тут за продавец живет? А вы что тут стали? Судя по всему, просто так. Я думал, они меня ждут. Но нет. А, кстати, что за меч-то выпал? Па-па-пам-па-па-пам. Не очень. Не очень такой мечуган, конечно. У меня куда получше. Тем более у меня с рунами. Тякс. Давайте-ка найдем этого товарища, с которым нужно побороться. И будем заканчивать на этом серию, потому что все-таки время-то уже на исходе. Ты тут живешь? Это ты, что ли? Тогда позже. Ага. Позже так, позже чё. Тогда давайте заканчивать, дорогие друзья, на этом серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.